формируем наш бессмертный полк. Мой дед, Анишин Григорий Емельянович, был призван на фронт в первую неделю после начала Великой Отечественной войны. Из Калужской области бабушка провожала его на вокзале, и когда теплушка поехала, возле нее стояла лесенка из четверых детей. А мать моя еще не родилась, она была и только беременная. И мама моя родилась в январе 42-го года, и своего отца она не видела никогда. Их война была страшная, они попали под оккупацию, немцы пришли в их деревню, сожгли дом, и бабушка с пятерыми маленькими детьми ушла в Брянский лес, выкопали землянку, и там две зимы зимовали. Не осталось ни одной фотографии деда. Как старшая тетка говорила, он присылал несколько фотографий, но очень было сыро в землянке, все текло и все пропало. И так никто не знал. Он пропал, ушел. В 44-м году пришло последнее письмо, и долгие десятилетия о нем ничего не было известно. Пропал без вести, пришла бумажка. И их страшный круг судьбы замкнулся в 1991 году, когда уже, к сожалению, умерла моя мама, и только через две недели после ее смерти из Центрального архива Министерства обороны из города Подольска, что в Подмосковье, пришел ответ, что Анишин Григорий Емельянович пропал без вести в августе 44-го года на территории Польши. Так что моя мать, прожил на свете 49 лет, так ничего и не знала о своем отце, где он закончил войну. Вот такая трагическая история в нашей семье. Вот такую зарубку оставила война в нашей семье. Вы, безусловно, должны об этом знать, должны об этом помнить. Тут без пафоса. Пока мы помним, мы живы, и они живы, кто нас защитил, и ради кого мы живем, проживаем свою жизнь, и наши дети будут жить. Я всегда об этом помню, и думаю, что и дальше поколения будут об этом помнить. Изготовить штендеры можно самостоятельно или по адресам: Островского 65, офис Авторадио, и Шимановского 27, телекомпания «Альфа-канал».